Друзья, всем доброе утро. У нас сейчас закончил рыбалочку Александр. Саш, приветствую вас. Он заезжал вчера на сутки. Вот, по-моему, не высидел даже по времени на сутках, да? Ты вроде попозже заезжал. Да. Время у нас еще утро. Он уже вот закончил рыбалку. Улов у нас на столе без 200 грамм. 12 килограмм, 11800 вышло по поголовью. Саш, сколько мы считаем? 13 штук. Да. Несколько слов. Ратлин. На что были пойманы? Что Ратлин это? Мормышка. Ратлин мормышка? Да. Ратлин, в смысле, какой Ратлин? 105. Это как зимой мы ловим, которым, да? В отвес с мостка? Нет, зачем? Один, ну. Прямо... На спиннинг. А, на спиннинг. Да. Интересно. И что, все вот на это было поймано? Или резины еще? И на пасту. 4. 4 штуки. 4 штуки. Да, зеленые все. В основном это все в ночью было или как? Или в световое ночью. Время? 4 было поймано, да, 4, по-моему. С вечера было 4 тоже поймано. Угу. И утром. Ну, ты с вечера попал как раз вот более-менее такой нормальный клев был, зацепил этот момент, да? Угу, все понял. Ну, улов достаточно неплохой, поздравляю. Немножко намок, устал, поешь домой сушиться. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.